С начала этого года российские самолеты выполнили более 300 боевых вылетов с авиабазах Мимим. Поражено свыше 1000 объектов террористов на территории Сирии. Об этом заявил сегодня начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской. При этом десятки ударов нанесли в поддержку отрядов патриотично настроенной оппозиции. На южном направлении при поддержке нашей авиации отряды Львы Востока и Каламун в ходе наступления на Пальмиру продвинулись более чем на 50 километров и овладели населенными пунктами Заза, Кисара и городом Мхаси. В настоящее время отряды сирийских патриотических сил продолжают развивать успех на всех направлениях. Стратегическим направлением в борьбе с ИГИЛ остается столица группировки, город Ракка. По словам Рудского, за последние дни в ходе наступления сирийской демократической армии сразу несколько населенных пунктов были отбиты у боевиков при помощи российской авиации.